Он еще такой бит выдает. Никто не пытался специально придумать деталь, чтобы он музицировал. Как знаешь, некоторые на гуглах таблицах или на Excel играли. Какая себе стоимость такой детали? Вообще какой-нибудь, ну посложнее обычной детали. Смотри, если вычесть. Во-первых, мы тратим свое время на то, чтобы модель нарисовать. Ну это бесплатно. Ну, как сказать. Себестоимость в плане материала, если еще вычесть электроэнергию, вот этот моток стоит 500 тенге. О, ну это ерунда. Реально 70 рублей. Соответственно, стоимость, если прям по материалам считать. Даже нельзя говорить, стоимость материала. Стоимость вкладывает. Стоимость моделирования, стоимость электроэнергии и так далее. Амортизация принтера. Прикрытие. Круто, можно зарабатывать, наверное. Какие-нибудь магнитики херачить. Да. Конечно, не хочет, но ничего.